Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Сейчас мы с вами, друзья, проведем достаточно сильную практику. Это практика избавления от того, что нам не нужно в нашей жизни, от чего мы хотим избавиться. Напоминаем, что сейчас время убывающей луны, и, соответственно, мы будем с вами проводить практику на избавление от того, что нам не нужно вообще в жизни. Посыл этого видео следующий, что чем больше здесь в комментариях людей напишут от того, от чего они хотят избавиться и что им не нужно, тем мощнее будет заряд наших желаний избавления. Поэтому обязательно вот сейчас дослушайте видео и напишите все то, что в вашей жизни вам мешает и от чего вы хотите избавиться. Ну, например, возможно, вы хотите избавиться от лишних килограммов. Значит, пишем «избавляюсь от лишних килограммов», да будет так. Если вы хотите избавиться от токсичных отношений, то пишем «избавляюсь от токсичных отношений», да будет так. Или вы хотите избавиться от безденежья, значит, пишем «избавляюсь от безденежья», да будет так. Если у вас есть какие-то другие пожелания, желания, от чего вы хотите избавиться, что вам не нужно, что вас раздражает, значит, пишем свое пожелание и дополняем словами «да будет так». Количество ваших запросов не ограничено. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас, дослушав это видео, начните писать, от чего вы хотите избавиться или то, что вам не нужно. И чем больше людей напишет в комментариях, тем мощнее будет заряд наших желаний избавления. Итак, друзья, начинаем. Мы с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Ну а мы с вами, друзья, уже услышимся в следующем видео.